Вы коронавируса опасаетесь? Ну, как вам сказать? Если всего опасаться, то не будем жить. А какие-то меры предосторожности дополнительные? Ну, в нашем районе, как таково, коронавирус еще конкретно не установлен. Смотрю телевизор там. Ничего вроде бы. На Россию поехали, не пустили, а к нам пускают всех. То есть у нас, наверное, все нормально будет? Наверное, я думаю. Да у нас так, если смотреть по телевизору, там, то у нас очень мало заболевших. Может, самое меньшее в мире. Ну, дома сидим в основном. Редко выходим. Личная гигиена какая-то? Ну да, руки моем. Чаще? Постоянно, да. Вот ходили сегодня в поликлинику. Там тоже, кстати, висят эти дозаторы. Руки вот бегал, все мыл. Да. А в школе что-то рассказывают учителя? А я в школу не хожу. На больничном вот заболели. Заболели? Кашляем. Да. То есть вынуждены карантин дома? Да, да, да. Дезинфекции рук, в принципе, на работе есть. А так особо страхов нет такого. Вы опасаетесь коронавируса? Нет. 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 Умрем, так и умрем. Все равно. Ясно. Ну, какие-то дополнительные меры? Где вы учитесь? В школе? Работаем. Работаете уже? Работаем в лицее. Лицей? Ну, что-то рассказывают вам про коронавирус? Ну да. Ну да. Мойте руки, ешьте кашу, пейте водку. Ясно, то есть, как говорил президент, да, трактор, да, и поле нас спасет. Конечно. Мою руки, стараюсь избегать там многолюдных мест. Наверное, все. Ну, меры, как и везде. Руки вытираем, протираем, дезинфицируем, проветриваем помещение. То есть паники никакой нет? Нет. Ну, стараюсь не посещать места, где собирается большое количество людей. Слежу за своим здоровьем, мою чаще руки. Ну, сейчас такое время, что просто надо чаще соблюдать личную гигиену. Сейчас у нас в магазинах, в больших, значит, на общепите, торговых точках, есть ДС-средства, на входе стоят. То есть это удобно, зашел, обработал руки, раствор обладает вирулицидным действием. И, ну, вирусы просто погибают. Поэтому, ну, а вот такие есть... закупки большие, самокарантин, не делаешь? Нет, нет, такого нет. Панике я не поддаюсь. Это, знаете, на новостях много всего, всяких фейковых новостей идет. Поэтому это все, я считаю, лично. Мойте руки, умывайте счастье, и все нормально будет. Будет вам счастье. Да, счастье будет всегда. Ну, как любой нормальный человек, конечно, я не хочу заболеть. Но ажиотажа у меня нет. Вы опасаетесь коронавируса? Ну, конечно. Гигиена, все такое, чтобы меры безопасности. Смотреть надо и опасаться надо, но надо себя, сам за собой смотреть. Да никакие меры не понимают. Живем, как живем. Руки моем чаще. Чеснок, лук. Чеснок, лук и все остальное. Кушайте самые натуральные продукты. И все. А кому суждено умереть, тот умрет. Вы опасаетесь коронавируса? Нет, уже не едно. Я уже старый. Да, личная гигиена, ограничение контактов. Только. В костел хожу. Коронавирус. Меня эта тема западала.